Банде Гуру Пададандам Бхакта Винда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чарана Дайам Гопижано Самаюктам Виндаванам Манохарам Ванчакалпатаруваша кипасинду бхавача Патитананг павунибха вайшнавибхьо наму намаха Мукам кароти вачаланг пангунланг хайтигирим Яд кипатамаханг ванде парамананду мадавам Бриндавай тусидеббай пиявай кешава сача Шна бхакти паде деви сатта ваттвай намо намаха Нараяна намаскритта нарунча ива налоттамам Девин сарасватин вясам тато жайо мудире Шанкиртане кришна катху падеш Гаурия патрашо пракаса неча Шадану ракта гуру бхакти жукто Бхакти Прамадакша Джагодварана Дхейям Сада Парибхабагна Бхавиштадухам Тетхас Падам Сива Виранчанатам Сараньям Бхитаттихам Банатапал Бхавадипутам Банде Махапурушате Чаранаравиндам Ятпадапаллаванакачандамани Чатая Биспуриджи такумапикапавадушва дарши Пурнану рагара сасагара сарамуртихи Сарадхикамай када кипам каруши Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхакта Бинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхакта Бинда Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Аджануламмита фужоу канука бодато Санкиртаной кабитаро камала ятакшо Вишамбару дижабару жугадхарма пало Банде ягат приякару каруна бхутару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Бандито Дибба Рупам Бхуктинча Муктинча Дада Синитам Бхаван Рупенна Сада Наранам Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гаури Нирантара Вивуши Табам Бхагам Нараяно Прияманангу Мада Пхарам Баранаси Пурапати Бхаджавишанатам Вагиша Джусша Бадане Лакшмир Джасса Чавакшаси Ясьястиде Самбихи Вам Нишинга Махам Бхаджи Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе.
Krishna Bhakti Raso Bhavitamati Kriyatam Jadikuto Pilabhati Tatra Lolla Mopi Mulla Mekalam Janma Koti Sukratrair Nalabhati Krishna Bhakti Raso Bhavitamati Krishna Bhakti Raso Bhavitamati Kriyatam Jadikuto Pilabhati Tatra Lolla Mopi Mulla Mekalam Janma Koti Sukhatvair Nalabhati. Gauriya Goshthipati, Sisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, Paramahansa Jagat Guru said, Gauriya Goshthipati, Sisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, сказал, то, что мы все уходим прочь день за днем от этой абсолютной истины. Этот весь мир постепенно уходит от этой абсолютной истины. И вот они отклонились от этой абсолютной истины. И вот они ушли далеко от этой абсолютной истины. И сейчас они боятся, если кто-то будет говорить об этой абсолютной истине. И вот они боятся. Почему они говорят именно так? Лучше, если они будут говорить что-то простое. Почему такие обсуждения возникают? И вот отклонившиеся от абсолютной истины настолько далеко отклонились от нее, что очень сложно для них слушать об этой абсолютной истине. Шрила Прабхупад сказал, что до тех пор, пока мы не предались на 100% лотосным стопам Верховного Господа, мы не можем говорить об этой абсолютной истине. Шрила Прабхупад сказал, до тех пор, пока мы не преданы на 100% лотосным стопам Верховного Господа и абсолютной истины, то мы не можем говорить об этом абсолюте. Это невозможно. День за днем мы уходим прочь от этой абсолютной истины. Мы настолько далеко отклоняемся и отдаляемся от нее, что для нас очень тяжело осознать, что это за абсолютная истина. Много раз Шрила Прабхупад говорил, что мы не должны пытаться как-то познакомиться с этим материальным миром, как-то сжиться с ним. Мы должны как-то избегать этого материального мира. Я знаю, живя в этом материальном мире, это сложно, если вообще возможно. Нам нужно что-то есть, даже где-то жить, говорить с кем-то, покупать какие-то продукты на рынке и так или иначе взаимодействовать. Но что Шрила Прабхупад говорил, хорошо. Пока мы находимся в этом материальном мире, мы должны иметь какую-то связь со всем этим миром, но она должна быть незначительной. Ну, как формально как-то что-то делать материальное, но не привязываться, иначе мы можем привязаться и запутаться. День за днем и вот, в общем, мы не должны забывать о главном. Мы гаудии, какова наша цель, каков наш девиз и суть и смысл жизни. Если мы идем учиться куда-то, мы должны понять, зачем мы туда вообще идем учиться. План нашего, как сказать, дальнейшего
обучение мы должны узнать. И вот наши гаудии, план. Учебный план мы должны знать, в общем. И вот, этот Махарадж произнес шлока, это буквально наш план, наша программа, нашего баджана. Что делать, когда, зачем и прочее. И нам нужно подлинное руководство. Садху-санга — это единственный путь достичь Голока-дхаммы. И в то же время садху-санга — это единственный путь и самый простой достичь ада. Также, если мы совершим ошибку, мы не сможем понять гуру вайшнавов и игнорируя их или избегая как-то. Таким образом, очень просто и быстро можно попасть в ад. То есть садху-санга — это самый простой путь к духовному прогрессу и к деградации также, если совершать ее неправильно. Даже часть секунды. На секунду, разделенную на 11. 11 часть секунды — это лава-матра. Этого времени садху-санги достаточно, чтобы достичь Кришна-премы, достичь успеха в нашей жизни. И вот даже такого количества времени более чем достаточно, чтобы помочь нам достичь успеха, в то время как мы совершаем так много садху-санги внешне, получив посвящение и прочее, но не достигаем успеха, поскольку неправильные представления у нас имеются. И вот Арадхья Бхагаван, вот этот шлока говорит, что наш поклоняемый объект — это Нада Шри Кришна вместе с всеми своими спутниками, со всеми атрибутами, со всем окружением, с Вриндаван Дамой. Это наш поклоняемый объект. И какова же процедура, каков путь, показанный в Раджа-гупе, это наш Гаудия Бхаджан. Будьте осторожны, тот путь, показанный гопи в Раджа-гупе, это наш единственный путь для нашего баджана. Шримад Бхагаватам Махапурана — это стандарт. Я сказал в тот день, когда мы запутались в Скандапуране. Одно говорится Падма Пуране, другое Брама Вайбрата Пуране, третье. То как же понять, как найти гармонию среди всего этого? И в этом случае мы должны принять Сиддханту Шримад Бхагавата Махапураны. И вот Наруттам Такур также говорит, что это Сиддханта Гуру Варги. И вот он вот эти такие слова говорит. Вичар Курия Муне, Бхакти Рош Ашадане, Мадхасто Шри Бхагават Пуран. I am giving little meaning. What is that? И вот, I can go on thinking deeply. Я буду думать о нашей Гуру Варге, не каких-то новых людей, занимающих пост Ачарьи.
Шрила Бхактивинода Такура многократно говорил, что нет никаких новых процедур баджана. Шрила Бхактивинода Такура говорил, процедура баджана на одна, мы должны принять ту процедуру баджана, которая показана нашей авторитетной гуру парампарой. Мы должны следовать ей, поскольку правило такое. Много раз я говорил. Что мы должны следовать пути Махаджаны. Какие-то новые процедуры баджана невозможны. И мы должны следовать нашей гурварге должным, совершенным образом. Вот кто-то может показать вам какую-то новую процедуру баджана. Это значит, что человек отклонился от пути гурварги. Naturally, they are going to show a new procedure. If they are not going to show new procedure, otherwise he cannot tally his own behavior, wrong behavior. Otherwise he cannot justify his new behavior, new kind of procedure. So in any way he is going to show us a new method of bhajan. New method of bhajan is going to show. Bhaktivinoda was speaking, usually those acharyas, those who are running. И вот Шрила Бхактивинода Такура говорит, что те люди, занимающие посты ачарьи, которые стремятся к лабхи пуджи и пратиште, все изобретают какие-то новые способы баджана и пытаются их всячески оправдать. Но подлинный святой сразу видит, кто есть кто. И искренние души тоже видят, сразу видят, кто есть кто. Если у кого-то много храмов, или много учеников, или много раз ездил за границу, то это не показательно чего-то значимого. Это не мерило, на основе которого можно измерить буквально вайшнава. Это главная проблема, главная ошибка, которую мы совершаем. То, что мы не можем понять. И вот Шрила Бхактивинода Такура говорит, это должно быть. И те, кто стремятся к лабхи пуджи и пратиште, они какие-то новые методы изобретают постоянно. А Бхактивинода Такура говорит, что те новые процедуры показаны какими-то новыми ачарьями. Ну, в общем, такие лжегуру и их последователи сами деградируют и попадают на какие-то низшие планеты. After getting kick of Maya, after that they can understand. Very easily they cannot understand. They can go on getting a kick from Maya. Big kick, Maya Devi can. Like,
И вот такие люди, они, не получая наказание от майи, непрерывно, они после многократных таких наказаний майи, они могут наконец подумать, что идут куда-то не туда. Почему нет энтузиазма, вдохновения? Поскольку те овощные, которые совершают подлинные баджаны, их энергия, их энтузиазм, их вдохновение, оно огромно. Откуда они обретают все это? Нет каких-то витаминов и протеинов, нет. Они обретают энергию свыше, и все вдохновение свыше. И вот такие люди так или иначе, ну, через какое-то время могут наконец-то понять, что идут куда-то не туда. И тогда они же будут более внимательны на пути баджана, будут размышлять, что, где, куда, когда. Как пример, если мы находимся на поверхности океана, то будем видеть только волны. Но если погрузиться в океан, то там уже все будет по-другому. Так много сокровищ на океанском дне. И вот мы заняты какими-то внешними вещами. И вот Нарутам Такур говорит, мы должны думать, размышлять о Сиддханте Вичаре, нашей предыдущей Гурварге. И чтобы обрести вкус к бхакти, мы должны поддерживать стандарты. Какой стандарт? Это Шримад Бхагаватам Махапурана. Чтобы обрести вкус к бхакти, мы должны Бхагават Махапурану придерживаться ее, поскольку все, что сказано Бхагаватам, это окончательное решение. Есть много людей в этом мире, какие-то сатвические, раджасические и тамасические. Вот Бхагаван так или иначе, он должен их как-то вести, помогать их. Они хотя в тамагуне, но все же они должны преодолеть эту тамагуну, достичь следующего уровня, какой-то раджагуны. Там для раджасических людей есть свои пураны, для сатвических людей и свои, и среди всего этого Шримад Бхагаватам наивысшее. И вот Нарутам Такур также говорит, в Сканда Пуране мы можем найти, что Бхагаван Шри Кришна оставил свое тело, и после этого он, и вот его сожгли, потом ну, в общем, что-то случилось там, и вот вопросы нет, некоторые задают. Иногда очень глупые вопросы, что я сомневаюсь, преданы они вообще или нет. Гаудия Матха — это не постройка из цемента и кирпичей. Гаудия Матха — это нечто духовное. И вот когда, если кто-то может войти войти в подлинные Гаудия Матха, они видят огромное количество сокровищ. Они могут найти бесконечное количество сокровищ, которое ждет нас. Но мы не можем видеть, мы слепы. Даже мы не зачислены в Гаудия Матха. Если мы хотим быть зачислены в Гаудия Матха, мы должны
быть одобренными чистыми гуру вайшнавами, как Шрила Прабхупад, Бхактина Такура, Шридхар Дев Госвами Махарадж и остальные. Если кто-то просто орет или лозунги какие-то декламирует, то толку от этого нету. Говорить просто что-то говорить или кричать, этого мало. Но когда мы по-настоящему зайдем в подлинный Гауди Марг, то мы будем молчать. Потребность говорить или кричать у нас отпадет, как пример такой. Пока пчелы, они кружат вокруг цветка полного нектара, меда. И когда эти пчелы, они жужжат, когда вокруг только летают, то когда они садятся на цветок и начинают извлекать нектар с него, то звук прекращается, жужжание прекращается. И также здесь, когда мы находим что-то подлинное, настоящее, то все звуки вокруг мы перестаем издавать. И также Шрила Прабхупад говорит, что те, кто обрели вкус Ананья Бхаджана. Шрила Прабхупад говорит, если мы обрели вкус Ананья Бхаджана, немного даже вкус Ананья Бхаджана, то тогда для нас невозможно будет оставить Бхаджан. Но мы не получаем вкус к Бхаджану, поэтому мы или не такой не настоящий вкус к Бхаджану, поэтому некоторые его оставляют. И вот в Сканда Пуране, если говорится что-то, то это для раджасических людей, те, кто находится в Раджагуне. Но это не сиддханта, а под руководством гуру вайшнавов. Если у вас есть возможность изучать Санатан Сикшу, Рупа Сикшу, Рай Рамананда Сават, Гурупад Падма много раз говорил. Гурупад Падма говорил, пока у вас нет идеи о Санатана Сикше, Рупа Сикше, Рай Рамананда Саваде, до тех пор вы не можете ничего понять. И вот Махапрабху прояснил это. И вот Махапрабху говорит Санатане, что похищение этих махиши, жен Кришны. И вот здесь эта песня описывается, это все. И уход к исчезновению Кришны, Кришна Антардьян, Махиши Харан, все вот это, все лилы, Ядувамша Дамша, падение династии Яду, все это полно йога майя. Бхагаван Чайтанья Махапрабху говорит, как вот эти фокусники, фокусы показывают. И вот некоторые фокусники показывают фокусы, разрезают людей пополам. Такой известный фокус. And the magician started showing medicine there. Bomb again, all people coming out in the field. Вот один фокусник тоже показывал фокусы. They are concentrating the magic.
нас же в Бомбее, нас железнодорожной станции, вот люди вышли из поезда посмотреть на него фокусы, и вот увидели, что поезда нет. Начали переживать, что вещи там, багаж остался весь, но поезд как бы там был, но этот фокусник сделал так, чтобы его никто не видел. И вот если такие обычные фокусники могут одурачить кого угодно, то что говорить о Бхагаване Шри Кришне? И вот Бхагаван Шри Кришна может также... дать вам какие-то игрушки, вы будете заняты ими и забудете о высшей цели в жизни. Когда ребенку надоедают игрушки, он начинает плакать, и тогда мать приходит. В материальном мире эти игрушки — это положение в обществе, богатство, какие-то здания, семья, жены, дети, родственники и прочее. И вот Бхагаван Шри Кришна говорит, похищение жен Кришны, падение династии Яду и уход Кришны из этого мира — это все сделано с помощью Майи. Но Бхагаватам говорится, что Бхагаван Шри Кришна, у него и одно трансцендентное тело. И ошибка, которую мы совершаем, мы забываем, что для Бхагавана нет разницы между его душой и его телом. Бхагаван, его тело и душа не отличны. Но для нас, у нас тело отличное, душа тоже отличается. И вот Бхагаван, он хотел, дал нам разные игрушки. И вот Шрила Прабхупада говорил, мы не должны привязываться к материальным вещам. Мы должны держаться беспристрастно, как-то с ними обращаться. Нам нужно что-то есть, где-то жить, как-то находиться в этом материальном мире, но мы не должны привязываться, должны беспристрастно жить здесь. И наша цель какова? Это Кришна Према. Я вот говорил об этой шлоке уже. И вот Шримад Бхагаватам Махапурана — это наивысшее, это мерило. И вот даже Шримад Бхагаватам Махапурана, если мы не понимаем, то нужно изучать читание Бхагавату, читание Чайтамриту. И когда Махапрабху говорит так, нет никакого конфузии. И когда Махапрабху сказал «Санатани Гасая», чтобы одурачить обычных материальных людей, материалистов, и вот Махапрабху говорит, и вот чтобы создать такое непонимание, Бхагаван, он явил такую лилу. Не каждый может понять, что такое бхакти. Люди заняты сбором денег, славы, поездкой по разным странам. И вот бхакти, если дам им бхакти, они обретут все. Бхакти — это нектар, суть всего. И Юдхиштхир Махарадж, перед Юдхиштхир Махараджем наш Нарадам говорит, все, что нужно, вы совершайте баджаны, и Бхагаван даст все.
но бхакти не может дать даже мукти. Бхагаван готов дать мукти. Что нам нужно? Мы совершили гуру-сева, бхагават-сева. Что нам нужно тогда? Мы торговцы, ну, подобные торговцы. Мы служим с желанием получить что-то взамен. И вот Бхагаван говорит в Гите, если вы совершаете баджан с какой-то целью, Бхагаван исполнит ваше желание, но вы останетесь нищим буквально. Вы упустите главное. И вот Юстишья Махарадж говорит, Бхагаван, он хочет дать нам мукти. Это мое правило. И вот когда Кришна не может нам отплатить, то он дает самого себя, как гопи. И вот та шлока, с которой я начал. И вот Бхагаван говорит, если я буду жить так долго, как сам Брама, я все же не смогу отплатить вам. Бхагаван говорит это гопи. Я сложил ладони. Прошу вас, будьте довольны своим величием. Мне нечем отплатить вам. Я готов отдать самого себя вам в качестве оплаты за ваше искреннее служение. Махапрабху много раз говорил чистым преданным. И вот Бхагаван, Нарада Махарадж говорит, Бхагаван, он может дать нам мукти, берите, но бхакти не сможет дать, поскольку если нам Бхагаван даст бхакти, то он буквально даст самого себя нам. И поэтому Бхагаван даст нам все остальное, деньги, положение в обществе, какую-то даже славу и прочее, но себя он не даст. Как во Вриндаване можно видеть, известные мошенники свирепые, что даже обычные бандиты, террористы и прочий криминал с ними не сравнится. Какой-то мошенник был, бандюга. 15 лет его что-то искали, потом убили, как в итоге. В Чанданване дворец построил в Южной Индии. А 20 лет его что-то там пытались что-то сделать, но в итоге убили.
И вот некоторые так называемые духовные лидеры, которые дурачат людей под именем Бхаджана, вроде делают хорошее дело, если присмотреться, ничего хорошего. И просто обманывают многих людей. Вот жизнь очень коротка. Если мы совершаем ошибку, мы не можем исправить ее. Жизнь очень коротка. И вот мы должны быть осторожны. Бхагаван Шри Кришна не может дать нам бхакти, но даже то есть бхакти сложно обрести, освобождение гораздо проще, но когда мы можем обрести бхакти у Кришны, тогда когда он обнаружит, что мы гуру даст, то совершает служение гуру. Каждый может сказать, что вот он совершает гуру сева. Мы видели своими глазами. В тот день я сказал, что наш материальный опыт, органы чувств, все знания, ну, все материальное знание, весь мирской опыт перед тем, как следовать духовному пути, нужно отвергнуть это. Кто-то может сказать, что своими глазами видели, как кто-то совершает гуру-севу, но что такое гуру-сева на самом деле? Этими материальными глазами мы можем видеть только какие-то материальные вещи. Если кто-то совершает подлинную гуру-севу, то и в его жизни эффект этой гуру-севы должен проявиться. Гуру-сева — это единственный путь. Вот пример Мадхавенды Пурипада. Весь мир. И вот один ученик получил милость Гурудева. Все думают, что как один кто-то получил милость Гурудева, но это совсем не тот, кто обрел эту милость. Никто не знал о нем, поскольку Гурудев даровал милость своему ученику скрыто. А этот ученик, он принял всю эту милость. И никто не мог понять, что случилось. Только и вот этот подлинный ученик и подлинный гуру Мадхавенда Пури, они двое поняли, что случилось. Не было никаких свидетелей. И таким образом, как можем понять, кто обрел полную милость Гурудева? Как это понять? С помощью подсчета его популярности, внешней славы, количества собранных денег, построенных храмов или учеников. Нет, это совсем не то. Это не мерило. Если мы по-настоящему разумны и находимся в преемственности с Шрилой Прабхупадой, мы поймем, что все силы Агурупад Падмы, она проявилась, Сиддханта, искренность, очарован, милость, что такое милость? Говори какие-то сладкие слова. Нет, милость — это решимость. Саду, он милость в том, что он хочет спасти вас, и в этом его как раз милосердие проявляется. Милость не значит дать каких-то денег,
человека или еще что-то. Нет, это не милость. Что такое подлинная милость? Гурудев может выгнать вас, отругать. Если вы заинтересованы в том, чтобы узнать об абсолютной истине, вы должны прийти ко мне, как собака, как преданная собака, иначе что толку? Гурудев не льстит своим ученикам. Это признак. Гурудев не льстит своим ученикам. В моей жизни тоже. Я так много сделал. Я не гуру, я действую как ачарья. Но я видел, я для кого-то много сделал, но они выгнали меня. Но неудовлетворения в моем сердце нет. Я никогда не стремился к славе, я хотел избавиться от, избавить мир от обманщиков и показать, кто есть кто. И вот в этой шлоке говорится, когда мы поймем все, весь характер, идеализм, желание, учение Сиддханта Вичар Гурупадмы, и когда это все проявится внутри его ученика, то мы можем понять, что вот он, подлинный ученик, тот, в ком проявились все качества Гурудева, и он Крипапад, он вместилище милости Гуру Крипы. И вот Ишвар Пурипад, он Крипапатра Мадавиндапури. Я начал с этой шлоки, что если вы видите какой-то преданный полный Кришна Премы, и всегда трансцендентность Сиддханта исходит из его сердца подобно. Но подобно фонтану, можно сказать, то и тогда мы должны понять, что нужно принять прибежище в эту осаду. И также то, что он говорит, должно быть в, не отлично от того, что говорил Шрила Прабхупада и Бхактивинода Тхакура, и тогда мы окажемся в наставнической преемственности Бхактивинода Тхакура. И вот и мы должны находиться в этом потоке учения Шрилы Бхактивинода Тхакура. И вот Ишвар Пурипад, он обрел милость Мадхавендапури. Мадхавендапурипад, он основа Гаудия Бхаджан, и это то, что сделал Гауранга Махапрабху. Если Гауранга Махапрабху организовал ситуацию таким образом, мы должны принять это. И вот Мадхавендапурипад, он основа нашего Гаудия Бхаджана. Мадхавендапурипад, он родился в Шрихате. И вот все, и вот Махапрабху родственники, они тоже все из Шрихати. И он с детства был преданным, и за короткое время он изучил вьякарон, аланкар, санскритскую грамматику. И день за днем он чувствовал себя как-то необычно, и родители подумали что-то и решили его женить. Но в то время детей женили рано. Ну, от 7 до 10 уже
женили детей, свадьбы детские проводили. Вот так же, ну что делать? Ну что делать? И после женитьбы, через какое-то время, отец и мать поняли, что недостаточно этого. И по воле Бхагавана жена его ушла из этого мира, умерла. И вот он пришел сюда, на берегу. Родители вроде тоже умерли. И вот он пришел сюда, рядом с Чакрадахой, вот здесь 50 километров. И поселился на берегу Ганги, и после этого он почувствовал какую-то боль в сердце. Он дикшу еще не получил. Может, Гайтри от кого-то получил, не знаю. Но дикшу у него не было. Но все же он был вечным спутником. Как Бхактивинода Тхакура также. Он так много написал книг, еще не получив дикшу. Он... И в итоге Мадхавендра Парипад, он принял решение оставить мальчика с Адвайта Гасаем. И... А у него сын еще в воде был. Жена успела сына родить перед смертью. И вот он пошел на паломничество и на Мадхвачарья Питхи. Там Лакшмипати было вот, в общем, там 8 ачарьев было. И от Лакшмипати он получил посвящение. И после этого он вечный спутник Гуранги. И перед тем, как Гуранга Махапрабху явился в Мадхавендра Пури, он родился раньше, но все равно он вечный спутник Махапрабху, он Калпатару, подобно древу, исполняющего желание Галоку Вриндавана. И вот наша Гурванга говорит, хотя внешне мы можем найти, что Гурванга Махапрабху явился позже, но все же он спутник. И не только это, также Мадхавендра Парипад, он смог обнаружить, увидеть аватару цвета расплавленного золота. И вот 12 сотен лет назад Билла Мангал такого. Наша Гурварга говорит, и вот он также увидел эту аватару цвета расплавленного золота, и Билла Мангал Такур он увидел Гурангу Махапрабху. И вот Мадхавендра Парипад, он в итоге Мадхавендра Парипад в процессе своего паломничества пришел сюда, в Шантипур, и Адвайта Гасай получил дикшу от него. И вот это мы знаем. А все остальное, ну, как бы разница. И Адвайта Гасай, он получил посвящение от Мадхавендра Парипада. Так или иначе, Мадхавендра Парипад, он отправился во Вриндаван. Я кратко расскажу, и Бхагаван Шри Кришна пришел в его жизни, он 3 или 4 раза получал его даршан лично, или во сне, или еще как-то. И вот Бхагаван Шри Кришна пришел во сне, и физически он тоже приходил
во Вриндаван, чтобы накормить его молоком. И потом во время парикрама он сидел под деревом. И также Кришна пришел к нему, он получил его даршан, и вот он получил саньясу. И вчера я говорил о саньясе. Какие-то люди говорят, что в Кали-югу нельзя принимать саньясу. Вот и шлоку из Махабхараты цитирует. Вот это вот. Вот эти пять вещей, которые нельзя делать в Кали-югу. Вначале Ашвамедха йоги. Гомет яг, йо саньяса. Or you cannot use, flesh. You cannot use flesh in the shraddha of father. Нельзя предлагать плоть в шрадхах. And you cannot engage the brother or husband to get one baby. Нельзя занимать брата мужа в том, чтобы он делал детей. Вот это я не понял. Но вот бхакти саньяса не запрещена. Как карма саньяса запрещена? А бхакти саньяса не запрещена. И вначале я сказал Шримад Бхагаватам, Махапурана — это наш стандарт, это наш авторитет. И вот в Бхагаватам описывается Триданди Бхикшу. И как можно понять, что в Кали-югу саньяса запрещена? То есть саньяса в преданности бхакти саньяса разрешена, а кармическая — нет. И мы можем посвятить себя служению Бхагавану, и вот кая, манаваки, ум, тело и речь. Если мы занимаем наш ум, тело и речь в служении, то тогда... И также, когда... Если мы смотрим на что-то, но ум нас где-то блуждает, то мы можем видеть и не замечать. Или слушать, но не слышать. И вот умом, телом и речью все наши действия как бы покрываются. И вот это... Триданди саньяса олицетворяет то, что мы посвящаем себя полностью, наш ум, тело и речь в служении Бхагавану. И вот я вчера говорил, Сурупа Госвамипад написал Ватшавегам, Манасаха Кротковегам, Зихвавегам, вот эту шлоку из Упадишамбита. Вот эти глупые бабаджи на Радакунде, они не понимают и критикуют Гауди Матх, откуда саньясу, получил Гауди Матх. И вот эти вышеперечисленные преданные, они все были саньяси. И вот наши гурага, Шрила Прабхупада, они все парамахамсы, и они специально
поддерживают, они приняли саньясу, чтобы показать, что мы находимся в этой категории варнашрама дхармы. И вот они из-за смирения, хотя они подлинные парамхамсы, но не приняли саньясу, чтобы выразить смирение. Ну, какие-то саньяси, я видел, подписываются как с вами. The first point you read right here, big binding book, and Swami this. Why you write Swami? В общем, очень такой дурной тон. Подписываться как с вами. Можно было написать прилично, что я слуга такой-то, а не с вами, господин. И таким образом смирение, оно наивысшее, и наши гурвага, хотя не все парамхамсы, они специально приняли более низкий уровень саньяса внешне. И вот Рупа Госвами в Бодхисамрите говорит, что мы должны достичь хотя бы уровня саньяси. Иначе мы не сможем начать Кришна-бхаджан. И вот Рупа Госвами говорит, до тех пор, пока вы не можете контролировать свою речь, вы не сможете свой язык, вы не сможете начать Кришна-бхаджан. И Рупа Госвами дает такое наставление, чтобы мы хотя бы смогли начать Кришна-бхаджан в обусловленном состоянии. Никто не может совершать Кришна-бхаджан. Кто-то думает, что он совершает Кришна-бхаджан, но человек пытается, но факт. До тех пор, пока различные анартхи есть, как мы можем начать Кришна-бхаджан? Кришна-бхаджан — это не что-то такое простое. Мы должны возвыситься, преодолеть все эти анартхи, и потом мы сможем начать Кришна-бхаджан. Рупа Госвами подговорит, что пока мы не можем контролировать наш язык, нашу речь, ум и тело, то чтобы стать вайшнавом, мы сначала должны контролировать свой язык и все остальное, и тогда мы станем совершенно вайшнавом. A is equal to B, B is equal to B, is equal to C, C is equal to D, they must be equal to D. So, is Malakmati? Who is Vaishnava? Srinadu. Who is no Vaishnava? No Srinadu. И вот у вайшнавов есть смирение, а у невайшнавов его нет, это естественно. Тринандапи значит отсутствие всяких желаний к лабхе, пуджи и прачишти. Еще нужно уметь видеть разницу между подлинным смирением и обычным лицемерием. И вот Шрила Прабхупада Вайшнаваке говорит. Мадавенда
Мадхавендра Пурипад всегда был искренен, он никого не обманывал. А почему он не хотел, он никогда не обманывал себя, поэтому не обманывал других, а люди, которые обманывают себя, у них естественные склонности к обману других. И вот те, кто обманывает других, они вначале обманывают себя. И вот Мадхавендра Пури, он имеет враджа прему. Я говорил об этом раньше. И вот еще о Шринивасачаре нужно сказать. Это обширная тема. Мадхавендра Пурипад, Шрила Прабхупад говорит, то, что одна шлока, произнесенная Мадхавендра Пурипадом во время оставления тела, Шрила Прабхупад говорит, если преданный Гауди Матха, Сарасват Гауди Бхакта, Шрила Прабхупад говорит, если вы по-настоящему Сарасват Гауди Бхакта, то это ваше, должно быть ваше, эта шлока должна быть вашим сердцем и душой, это все и вся для вас, поскольку это шлока Радхарани. Так или иначе, она явилась на устах Мадхавендра Пури, но изначально она произнесена была Радхарани, когда Кришна ушел в Матхуру. Радхарани, плача, произнесла ее, и эта шлока явилась на устах Мадхавендра Пури, пада, и это описано в Читани Чайтамрите, по милости Радхарани. И если эта шлока во всю вашу жизнь, вашего Сарасват Гауди Бхаджана, если вы находитесь в преемственности Шрилы Прабхупады или Шрилы Бхактивинода Тхакура вообще, если вы поймете, осознаете эту шлоку, тогда я скажу, что вы преданные Гауди Матха, что вы преданные Гауди Матха. Любые преданные Гауди, они должны понять эту шлоку сначала. Если они не смогут понять, то мы можем выйти из этого мира с пустыми руками. Деньги в банке не помогут нам, или почет, или еще что-то тоже не помогут нам. Если мы оставим наше тело, что мы можем забрать с собой? И вот мы должны узнать все о Мадхавендра Пури, как он показал нам и всю свою жизнь в Баджане. И вот сегодня также день явления Шринивасачари. И вот Шринивасачари. Кто такой Шринивасачари? Гуранга Махапрабху пришел в форме Шринивасачари, но мы не знаем. Вот Гуранга Махапрабху пришел в форме Шринивасачари. Нитьянанда Прабху пришел в форме Наротама Такура. Адвайта Гасай пришел в форме Шримананды Прабху. Мы не знаем.
И сам Гауранга Махапрабху сказал, я могу показать книгу. Махапрабху сказал, после того, как я уйду, оставив тело Гауранга Махапрабху в Пурушоттам Дхаме, взывал к Шринивас, Шринивас. И преданные спросили, кого же зовете. Он сказал, поймете вскоре. Он просто звал его Шринивас, Шринивас. Как Вишвану Махарадж пришел в форме. Пундарика Веденитхи. Вришабхану Махарадж. Перед тем, как прийти, и Махапрабху, он тоже раньше так вызывал к Пундарику, о отец Пундарик. И Махапрабху сказал во сне, нашему Вишнупри во сне. Завтра Шринивасы придет. Ты поймешь, что мое, буквально мое второе тело. Я приду в этой форме и дарую и ему свой даршан. Вишнупри, она не выходила из комнаты. Даже солнце и луна ее не видели, но Махапрабху пришел к ней во сне и сказал, что Шринивас придет завтра, и благослови его. И вот я кратко скажу, Шринивас Ачарья пришел сюда, в Майяпур. Ишан Такур привел его. И вот обе, и вот они, в общем, ему позволили встретиться с Вишнуприей Деви. Вишнуприя, она подобна статуе. Когда Махапрабху ушел, у нее не осталось никаких признаков жизни, и Вишнуприя Деви постепенно и вот вышла, и Шринивас Ачарья, он упал в полном распростертом поклоне. И Вишнуприя вышла и прикоснулась левой, левым пальцем ноги, левым большим пальцем ноги к нему, и все преданные начали кричать, что сколько милости он получил. И Гауранга Махапрабху сказал, что после меня поток прамы, он придет в форме Шринивас Ачарья. И я кратко говорю, поскольку времени мало, так много вещей я хочу сказать. И вот он родился в Чаканде, перед Катвой. Я был там лет 15 назад. И вот я, отец Чиранджив Сен, отец его был спутником Гауранги, что еще сказать? И в итоге Шринивас Ачарья вырос. Он был закончил свое образование очень быстро, был гениальным ребенком, и в итоге он отправился в Шриканду, я тоже был там достаточно давно, лет 20 назад. Шриканда в Катве, если выйти там, налево если пойти, left hand side you come down and speak to the Rishka man,
И это Шрипад Нарахари Чакравати. And if you go right hand side, drop, then you can go to Katwa, that place where Chaitanya Mahaprabhu took sannyas. Katwa place, I went there. I shaved my head there. Ну, в общем, там еще место, где Махапрабху саньясу принял. Вот там все поблизости. So that the place where Mahaprabhu shaved head and took sannyas, the Katwa. And left hand side if you go, then you can go Srikhanda. That is the Sripat of Narahari, Narahari Adikori Chamaradula, you know, in Kirtan. Are morning Kirtan Arati, you are not doing. Morning time not Kirtan doing. Vale Gorha Kadadhari. Not doing. Narahari Adikori Samara. And evening time Kirtan also Narahari Adikori, evening time Kirtan. Morning time, not the evening time you can get. So, this way, actually the small boy, и вот таким образом, he got the scope to hear about Gauranga. Because father is devotee. Father used to speak all about the... И вот его отец был преданным, он рассказывал Лилу Гаурангу ему. И вот хотя он тоже был вечным спутником Гуранги Махапрабху, но все же слушал о лилах Гуранги из уст отца. И в итоге потом он отправился к Нарахари Прабху. И вот был один, два Нарахари было. И один в Шриканде. Рагунандан Ачарья и и вот, который предлагал подношение Гопалу, и Гопал вынужден был съесть его. И вот Нарахари Прабху очень любил его. И в то время Гуранга Махапрабху совершил саньяс, совершал и когда наш Шринивасачарья решил отправиться в Пурушоттам Даму, чтобы встретиться с Гурангой Махапрабху, это был последний момент. Он слушал о Гауранга Лиле. Он хотел встретиться с Гауранга. И вот он отправился к Пурушоттам Даму, и когда достиг Пурушоттам Дамы, в то время, это был вечер уже, ночь, уже поздняя ночь, после 12. В то время еще деревня была. И вот он очень устал, голоден был, жажда его мучила, и в итоге он в Симхадваре, где главные ворота в храм Джаганатха, никого там не было. И вот там он уснул на камне, голодный. And somebody coming to call you. Hey, и кто-то пришел. Get up, Prabhu. И вставай, вставай. И кто-то разбудил его, накормил. И он во сне увидел Джаганатха Баладева и Субхадру. И вот он спал у ворот и увидел, что Джаганатха Баладев и Супада смеются над ним, и вот кто-то разбудил его. Что случилось?
Вот бери, ешь, принесли прасаду ему. Это сам Джаганнатх был. Сам Джаганнатх пришел, чтобы накормить его. И вот, но с Махапрабху не смог встретиться, Махапрабху уже ушел. И вот он не знал, что делать, хотел утопиться в океане, но все же его принесли к Гададхар Пандиту. И видя Гададхар Пандиту, он почувствовал утешение, поскольку Гададхар — это Самарадхарани. И когда Шринивас увидел Гададхар Пандита, Гададхар Пандит был полон бхавы, как... Но все же, когда Шринивас Ачарья... И вот он как-то сдержал... И когда вот они встретились, он расплакался. Гададхар Пандит пролил на него свою милость. Хотя это невозможно, Гададхар не мог сдержать себя. Но все же, так или иначе, в один день, вот он хотел слушать Бхагаватам от Гададхар Пандита, но Гададхар Пандит, он начал плакать и говорить сейчас. Для меня уже невозможно говорить Бхагаватам, поскольку Гауранга Махапрабху ушел, и все книги Бхагаватам, написанные рукописью, и отдал, ну, в общем, отдал эти все, весь Бхагаватам Махапрабху, поэтому нечего было читать. И как я могу объяснить тебе, я вот Бхагаватам, он полон расы, я не могу сдержать себя, даже если бы это все было. И когда Шринивас Ачарья хотел проверить эти книги, поскольку в то время на пальмовых листах было все записано, и вот Шринивас Ачарья открыл, смотрел и видел, прислонял к груди и плакал, поскольку он открывал страницы за страницей, и букв там не было, поскольку Гададхар Пандит, читая Бхагаватам, слезы текли у него из глаз, и все эти чернила, они размывались, и поэтому букв там не осталось из-за слез Гададхар Пандита. Ну, вот встречается иногда опечатки. В книгах и сложно читать, а вот если вообще нету букв, то тем более невозможно. Если вот какая-то опечатка где-то или там не напечаталось слово, как можно читать всю шлоку? И вот Гададхар Пандит был очень опечален и начал плакать, что ты хочешь слушать Бхагаватам от меня. Я хочу рассказать, прочесть Бхагаватам, но для меня невозможно, поскольку мой Прананатх, Господь моего сердца, он ушел, и я буквально безжизненный. И поэтому бери этот Бхагаватам. Гададхар Пандит, он организовал его встречу с преданными Нилачала. Нилачала
Он какого-то преданному сказал, чтобы тот пошел и получил милость от всех преданных Нилачала. И все они были буквально безжизненны из-за того, что Махапрабху ушел, и вот Шриниваса-ачарья. Если буду говорить, это будет эпосу подобно Махабхарате, очень обширная тема, и Шриниваса-ачарья, он получил посвящение в итоге. Он вечный спутник Махапрабху, и поэтому получил он дикшу или не получил, не столь важно, но от Нарахари Прабху, он был его подобен сыну. Он получил дикшу и все учение, и в итоге, когда Гуранга Махапрабху ушел, он решил по указанию Нарахари, он отправился во Вриндаван. И Вриндаван. Он там принял прибежище у лотосных стоп Гопал Бхатта Госвами. И он принял прибежище у Джива Госвами Пада, чтобы изучать Сиддханту. Он вечный спутник Махапрабху, но все же изучал Сиддханту. И по воле случая в то время наш Шимананда Прабху был там. Шимананда Прабху был там, народ там был, и вот они все вместе подружились. И вот они слушали Джива Госвами Пада, и в итоге, после изучив всю Сиддханту, изучив все шесть сандарв, и все, что написал Рупа Госвами Пад, Расамрита Синдху, Брихат Бхагаватамрита Санатана Госвами Пада, комментарии, и вот они все слушали. И таким образом, и изучив всю Сиддханту, по указанию Джива Госвами Пада, я кратко расскажу, поскольку история долгая между всем этим. И как совершали они парикраму Вриндавана, и не буду рассказывать. И в итоге, по указанию Джива Госвами Пада, они втроем, Шриниваса-ачарья, Шимананда и Шринивас, Шимананда и Нарутам. И вот они взяли книги, целую кучу книг, погрузили на бычью повозку. А книги были в железных ящиках. Вот Джива Госвами Пад благословил их, чтобы они и проповедовали Сиддханту Вичар Гуранге Махапрабху. И вот сегодня, по милости Шриниваса-ачарьи, Нарутам Такура и Шьямананды, по милости Джива Госвами Пада, мы сегодня поняли немного о их славе. Но это ничто относительно всего океана Шастра. Те глупые люди говорят, что они все знают, но подлинные преданные, они видят, насколько обширен этот океан знаний, океан Сиддханты. И вот сегодня у нас была возможность обсуждать Сиддханту Госвами. И в итоге я сказал, что все книги, все сокровища было украдено Бихрам Бирраджой, царем негодяем. Они не смогли потом найти, куда все пропало.
И в итоге Шринивасачарья сказал: «Вы оба идите, не задерживайтесь на Утамтаку, отправиться на восток, в Манипур, Трипуру, Бангладеш, ну, в смысле, бенгальский этот район, а Шимананда на юго-запад пошел. Ориса, Миднапур, вот в ту сторону. А Шринивасачарья там остался и ждал, но наблюдал, что с книгами произойдет. Он сказал, что время очень ценно, поэтому не теряйте времени, идите и проповедуйте. Если вы хотите достичь успеха в этой жизни, то не теряйте времени зря. И вот Шринивасачарья ждал, и в итоге однажды Шринивасачарья решил сходить на Бхагават-сабху. Смотрите, как все прекрасно получилось. Однажды он решил пойти на Бхагават-сабху, организованную царем местным. И вот он пошел, слушал среди всех слушателей. Но когда тот, кто объяснял Бхагаватам, говорил всякую-то ересь, и Шринивасачарья начал плакать. И люди спросили, почему он плачет, что случилось. И Шринивасачарья сказал, что это шлока значит совсем другой. И тот этот царь это слышал все и спросил: «Ну, давай объясни свою версию». И когда Шринивасачарья начал объяснять, все собрание было восхищено, их сердце буквально растаяло. Они были восхищены, никогда не слышали ничего подобного. А сейчас, если пойти посмотреть, о чем говорят, какую-то ерунду, как всякие эти клоуны в цирке. И вот царь был очень вдохновлен и сказал, что хочу прибежище воспринять. Но тот с тяжелым сердцем сказал, что все мои книги потеряны. И царь сказал: «Не бойся, все у меня, давай я прими меня своим учеником. Я был разбойником, ты сделал меня преданным». И вот он принял прибежище Шринивасачарьи, отдал все книги, которые были похищены в первозданном виде. И вот так Шринивасачарья вернул все свои книги и начал проповедовать Бакуре, Вирбхуме и вот в этой области. Гуранга Махапрабху, Шринивасачарья приходил во сне многократно. Когда Шринивасачарья потерял сознание, он плакал, был на волоске от смерти буквально, то Панчататва пришла к нему и сказали, они сказали: «Что, Шринивас, мы с тобой, не бойся». И вот тот хотел встретиться с Адвайтой, Нитянандой, с Махапрабху, и вот немножко не успевал, они уже уходили из этого мира. И вот когда Шринивасачарья вернулся с Пури, с книгами, он хотел книгу какую-то от Гададхара пандита взять. И вот Гададхара пандита еще умер, то у него, в общем, такая невезуха была.
И вот в течение Васачари по указанию Гуранги Махапрабху, Гуранги Махапрабху пришел к нему во сне и сказал: «Поток премы придет. Я явлюсь как Шринивас». И этот мир, он будет свидетелем потока премы. Так много вещей я хочу рассказать, так ответить на все сложные вопросы относительно Шринивасачари, но где время на все это? Вот несколько дней назад один саньяси пришел, дал мне список, какую-то бумажку, там было написано много неправильных сиддханты. Но спор был о том, что матаджи не могут действовать как ачари, раздавать дикши и прочее. И вот этот саньяси был учеником Шрилы Бхактиданты Рамана Госвами Махараджи. Но потом написал что-то противоположное. Но Махарадж проверил книгу, последняя часть совсем неправильная. Хемалата Такурани, Гангамата Такурани, все наши Джахна Такурани, они необычные женщины, я написал. Вот эту сиддханту, они все Сварупа Шакти Вилас. Почему мы сравниваем их с обычными женщинами? Из Вед я могу показать множество имен. Матаджи, Риши. Но они за пределами каких-то телесных представлений, поскольку сама Веда явилась перед ними. Это не так просто. Это не шутки. Катайни, Гарги. Они все необычные женщины. В ведической йоге, в ведическую йогу. Эти мантры Звет явились перед ними. Они записали их, проявили в этом мире. Они необычные женщины, они за пределами всяких телесных представлений. Но кто может слушать это, кому говорить? И вот Шринивасачарья, великий преданный, и мы хотим обрести милость его и Мадхавенды Пурипада, и всех спутников Махапрабху. Шлока, с которого начал, это шлока учения Шринивасачарьи, сегодня произнесу, завтра объясню. What sloka I started with, you know? So any bhakta, by chance we meet, a flow of prema, siddhanta vichara, we should not leave him. With the mood of politics and, you know, should not leave him. So, there is a sloka of Chaitanya Chaitanya, Krishna bhakti raso bhavita mati, kriyatam jadi kuto pilabhati. Tatro, laulam api mulla mekaram, Janma koti sukrutvair narabhyate. If by chance you meet with some devotee, если мы случайно встретимся с преданным полным премой сиддханты, пытайтесь купить его. И чем? Какой ценой? Не деньгами, а лолем, желанием. Мы должны желанием слушать. Если мы буквально сможем продать нашу голову лотосным стопам такого преданного, который может дать нам Кришну, то я готов продать себя буквально ему.